Несколько лет подряд шахматные турниры в рамках краевой целевой программы развития физической культуры и спорта проходят в ЛАО. Съезжаются шахматисты в возрасте от 5 лет до 19. На этот раз представлено 6 регионов России. Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. Первыми сегодня отыгрались самые маленькие. Еще и буквы не все выговаривают, а уже так уверенно передвигают шахматные фигуры. 6-летний Давид Лиджиев из Элисты выиграл у 5-летнего армавирца Артема Алчакова. Сложный ход был, король c3. И надо было пойти слоном или f5 или f6. Угу. Я сидел на ладья. Папа походил на a6. И что? И потом он видел, что ладья может поставить мат. Ребята постарше не спешат. За доской они могут просидеть и 4 часа. И тут даже важна не просто победа, а победа красивая. Иногда проходят хорошие качественные партии, красивые. За доской изобретают шедевры и так далее. То есть даже самим игрокам начинает нравиться. Говорят, вот красивую комбинацию там в партии провел, показывает тренеру. Наравне с юношами играют и девочки. Вот среди шахматистов известная в Сочи, подающая большие надежды, Алиса Демченко. Вообще Сочи на этом турнире представлен 30 спортсменами. Все воспитанники шахматных школ, помимо занятий с тренерами, активно проводят онлайн-встречи в интернете. Хотя соревнования подобного уровня участникам нравятся больше. Ты смотришь на его эмоции, более интереснее играть, когда ты чувствуешь шахматы, как ты их трогаешь, как ты ходишь, это более интереснее, чем на компьютере. 18 ноября будут подведены итоги первенства Юга России по классическим шахматам. Лучшие таким образом попадут на всероссийские соревнования. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.